Всем привет, дорогие друзья! Сегодня покажу, как сделать такой вот коробок для конфет, для жвачек или для чего-нибудь еще. Вам понадобится взять... Ой, уронил. Пластинку. Вот из таких деталей сделать пластинку. Потом закрепить пластинами, там вот снизу. Потом взять, обложить... Потом взять такие вот окошки, не поставить сюда их. Ну, если вы не хотите, чтобы кто-то видел, что там именно лежит в вашем коробке, тогда вы можете просто бриками обложить. Непрозрачными. Вот. А потом мы берем такие вот стенки и вот с этими штуками также сравниваем, также делаем 6 слоев вверх. Вот так вот. Вот эти штуки не обязательно ставить. Вот эти вот. Это я просто для красоты поставил. А дальше нам понадобится взять такой вот столбик. Тоже вот с таким вот размером. То есть из 2 на 4 бриков. Тоже такой же высоты, как и стенки наши. Вот. А потом, после этого взять там, постелить бумагу. Вот. И чтоб ваши, как сказать... жвачки или конфетки не пачкались, просто постелите бумагу. Если они, конечно, в обертках, тогда можно положить. Но если жвачки, вы можете еще помыть ваше лего, и чтобы чистое лего у вас было, и можно тогда без салфеток. Но я положил салфетки. Вот. И поверх какие-нибудь вкусняшки кладете, и потом берем такую вот пластину, можете посчитать, сколько она. И прикрепляете вот так вот, в соответствии с окошками. Вот таким образом. Ну, так, на окошки прикрепляем. Вот на эти прозрачные. На эти два окошка. Вот с первой стороны прикрепили. И со второй вот сейчас закрепляем. Все. Готов ваш коробок для жвачек. Ну, такой вот видос получился. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока-пока.